Проснулся огонь и стужу мы прошли. Как пешком шагали, как плечом толкали, как мы поспевали на чисте. Без заката палыч, песню не забалыч, шагрявой по мае ты гнём. Выпьем за писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнём. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном, но с одним наганом, бегали и лежали в городах. От ветров и стужи ведь мы стали хуже, но мы скажем тем, кто упрекнем. С нашей папой чуйте, с нашей папой чуйте, с нашей папой. Выходила вместе, заводила, праздник новый.
забыла про кого и без фамилия. Ой, не бейся, песенка величия, ты лети, заряться в солнце. Пусть он в землю пишет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он в землю пишет родную, а любовь Владимировича Сипягина. Еще подарки. Планета. Ну и, конечно, в нашем городе есть замечательный магазин одежды, обуви. Там очень много, большой выбор всего, что можно. И вот сейчас этот магазин «Планета одежда, обувь» дарит также вам подарки. С наступающим Днем Победы! Вероника, еще слово. Василий Михайлович, Василий Иванович, Василий Сергеевич. С Днем Победы! 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне поздравляет наших ветеранов глава города, председатель Совета городских депутатов, весь депутатский корпус, а также все благодарные жители нашего замечательного города Гусь-Хрустальный. Ну и сейчас мы предлагаем спеть всем вместе самую знаменитую песню Победы. День Победы! Пойте вместе с нами! День Победы! Мы не все босиком бы пробежаться по росе. Прошагали пол земли, этот день мы приближали как могли. Этот день победы ворогом пропал. Это праздник с сединою на висках. Алексей Иванович, принимайте поздравления от депутата по вашему округу Василия Нижурина. Добрый день. В этот знаменательный день хочу поздравить нашего дорогого ветерана с большим праздником, праздником Победы. Если бы
не было, таких людей победы бы не было, я считаю. От всех жителей нашего округа номер 11, от меня, депутата Нижуина Василия Сергеевича, хочу вам выразить большую благодарность, даже поклониться вам, спасибо, и подарить вам подарок. Спасибо вам. С Днем Победы! Сегодня Алексея Ивановича поздравляет президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, губернатор Владимирской области, глава нашего города, депутаты городского совета, ну и, конечно, все жители нашего города, ну и, конечно, всей России, всего мира. Алексей Иванович, мы предоставляем, конечно же, вам слово. Дорогие товарищи! Горожане Гуся Хрустального, власть наша российская и наша городская власть, а также все те, что здесь присутствуют. Мне очень трогательно сегодня. Столько внимания вы мне уделили, как говорят, радость с висками на глазах. У меня в душе радость, потому что настолько это трогательно, если бы вы знали, в каком... Вы вдохновили меня. И все, что мне какие бывают недуги у меня, мне как будто бы я заново появился на свет. Спасибо, товарищи дорогие. Кстати, я хочу сказать о всем детям, взрослым, будьте достойными наших предков. Россия была все время утопала в войнах. Правильно? Родимые, ранимые, но непобедимая Россия сейчас. Мне только 96 лет. Коснется дело, хоть я и, как говорится, кругом израненный, я сяду за рычаги танка прямо сейчас. Кто-то звонит так. Ну ладно. И мне хочется громко крикнуть, чтобы слышала заокеанские господа и Европа. Недобитые! Неужели вы хотите, чтобы вас добили? Потому что сейчас разные нам провокации шлет вот эти круги. А мне хочется сказать сейчас всем им, всем этим лазутчикам бедарщины, пословицу: собака лает, а караван идет. Россия сейчас стала настолько мощной и сильной, так что недруги наши, если посягнут на нас, они вспомнят прошлые годы. Итак, товарищи, я обращаюсь к вам еще раз с великим словом спасибо. Вы мне просто дали настроение хорошее. Спасибо вам, товарищи. 3-4. Спасибо за победу! Спасибо за победу! Спасибо за победу! Ура! Ура! Спасибо вам большое, Алексей Иванович, за ваши подвиги. От всей души, я думаю, все присутствующие ко мне присоединятся. Мы желаем вам долгих лет жизни, здоровья, хорошего настроения. Ну а мы будем радовать вас каждый день. Договорились? Спасибо большое.